телекомпания «Веновисьон» представляет. Грессио Кольменарес, Луиса Хосе Сантандера, в теленовелле «Жизнь взаймы», 23 серия. Los billetes de nuestros viajes. No encuentro piel para mi piel. No encuentro piel para mi piel. Porque lo que viví contigo es inolvidable. Porque es inolvidable lo que viví contigo. Porque lo que viví contigo es inolvidable. Siempre divertido y siempre divertido, porque lo que viví contigo es inolvidable, porque es inolvidable lo que viví contigo, porque lo que viví contigo es inolvidable y siempre divertido. Жизнь взаймы в предыдущей серии. Ладно тебе, Фернандо, как будто я приглашаю тебя на похороны. Это же бал. Или я такой страшный, что ты даже не хочешь со мной идти? Ты же знаешь, что никакой ты не страшный. Какое чудо, это первый комплимент, который ты мне говоришь? Давай, это будет особенный вечер, без тебя это будет уже не то. Ты пойдешь? Ну... Хорошо, да. Согласна, да. Согласна, отлично. В чем дело? Фернандо, я не понимаю, я приглашаю его на бал, он соглашается, и тишина. Мы не разговаривали, он мне не звонил, ничего. А ты дала ему свой номер телефона? Нет, но ему ничего не стоило бы узнать его у тебя. Ты полон энтузиазма, правда? Да, конечно, а ты? Нет? Ну, я небольшой любитель таких празднеств. Да, но это будет великое празднество. Кроме того, смотри, смотри внимательно. Смотри, какая сальсита, смотри. Смотри, как здорово. Все отлично, нога в порядке, мои ноги в полном порядке. Я в полном порядке, в отличном настроении. Костюм тоже при полном параде. И все для великого вечера. Ай, Фер, какое платье, черт побери. Ты прекрасна, вам нравится? Я в восторге, вы тоже великолепны. Ай, спасибо, Фер, ты не представляешь, сколько мы выбирали наряды, особенно это. Спасибо, ты, как всегда, сама честность. А что вы скажете о Маркосе? Фернандо, ради бога. Ой, боже мой, вы только на него посмотрите, шикарен. Послушай, Маркос, да? Тебе никогда не говорили, что ты похож на Пирса Броснана, а? О, нет, никогда. Никогда? Ну, так ты ничуть на него не похож. Ты намного красивее, чем он. Всем привет, добрый вечер. Привет, Тони. Привет, привет. Как дела? Как дела? А, ты не выпьешь с нами по бокал? Я бы с удовольствием, но нам надо быть там пораньше, чтобы встречать гостей. Ну, тогда пошли. Пошли. Увидимся там, мадемуазель. Пока, пока. Ой, я побежала, меня ждут. Увидимся. Да, конечно, увидимся. Пока, пока. Но, Маркос, надеюсь, что ты выполнишь свое обещание. Тот вечер должен быть незабываемым, а? Бекки, 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 погоди, погоди. Это записка. Что? Ты подписал записку ФВ, да? Флака Ванидоса. Да, конечно, я обожаю смеяться над собой. Ну, конечно, но ты же это знал, правда? Да-да, конечно, иначе меня бы не было здесь. Послушай, что-то не так? Нет-нет, все нормально, все совершенно нормально. Ну, тогда пошли вперед к нашему незабываемому вечеру. Наш вечер уже незабываем. Да? Я уверен, что никогда его не забуду. О, я не смогу забыть то, что сейчас происходит. Пошли? Да-да, пошли, пошли.
Ай, Маркос, ты так торопился войти, что даже не дождался, пока мы выйдем из машины. Прости, я не заметил. Ну да, конечно. Добрый вечер. Привет, как дела? Вау, слушай, как мило. Да-да, очень красиво. Послушай, а где Ангела? Она осталась на улице поздороваться с друзьями. Сумасшедшая. Послушай, ты не видел Фернандо у входа? Нет, я бы хотела, чтобы меня встречали лично. Послушай, дорогой, мое платье этого заслуживает. Да, конечно, ты великолепна. Кроме того, я в компании такого красивого мужчины, не так ли? Тони никогда не говорил тебе обо мне? Нет, честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Меня это не удивляет, потому что если бы он это сделал, ты бы сейчас пришла на праздник со мной. Я не с ним, Гарри. Я бы тебе этого не позволила. Я не собираюсь ни с кем тебя делить. Ой-ой-ой. Салют, выпьем. Салют. Бекки, вон Фернандо и Тони. Подойди к ним. Солидат, как ты? Привет, принцесса. Привет, папа. Мне не звонила Рита Санория, нет, тебе никто не звонил. Что-то случилось? Да, папа, сегодня я была в типографии. Ты помнишь, что я тебе говорила, что мне нужно было выполнить одну фриланс-работу? Так вот, мне не заплатили, можешь в это поверить? Конечно, я верю. Я тоже живу в этой стране, дочка. Работу должны были оплатить по завершению. Я закончила ее в среду, сегодня уже пятница, а мне все еще не заплатили. Я весь день сегодня проторчала в этом проклятом офисе, и эти негодяи мне так и не дали чек. Но, может, тебе заплатят в понедельник? В понедельник будет то же самое. Я весь день пыталась разыскать эту Риту, и все безуспешно. Ну, успокойся. Если тебе нужно немного денег, я дам тебе взаймы. Рита мне сказала, что эта фирма всегда платит вовремя. Так с подругами не поступают, но и ты тоже не должна так говорить о своей подруге. Благодаря ей у тебя есть работа, и в какой-то момент тебе заплатят. Ничего себе утешенница. Какой смысл знать, что тебе должны, если тебе никогда не заплатят, и виноват в этом кризис в этой стране, поэтому все так плохо? Ну, успокойся, ты же профессионал в своем деле. А какой в этом смысл, папа, если мы все равно вляпались в проблемы? Нестор был прав. Какие проблемы? Нет, папа, я была там и видела, что там все не так. Но все равно, для жизни нет страны лучше, чем родина. Да, но что если своей родине ты не нужен? Привет, не помешал? Нет, ни в коем случае. А Бекки? А, она разговаривает с подругой. Познакомьтесь, это Маркос, мой кузен. Очень приятно, Маркос, Амалия. Очень приятно, Маркос. Очень приятно, Гарри. Тебе здесь нравится? Да-да, конечно. У Тони всегда отличные идеи, правда, Тони? Спасибо, Маркос. Не за что. Внимание, внимание. Дорогие друзья, я благодарен вам за то, что вы пришли, чтобы разделить эти незабываемые моменты с нами. Хоселито и его оркестр. Хорошего вечера. Слушай, тебе не кажется, что твоя кузина и Тони хорошая пара, не так ли? Как-то мне жарко стало. Может, выйдем немного подышать свежим воздухом?
Нет, нет, давай попозже, потом. А что значит попозже? Нет, пойдем сейчас. Выйди, пожалуйста, Бекки. Ренни, привет, мы пришли. Я знал, дорогая, что ты придешь. Вот теперь мы повеселимся, да, вот теперь мы действительно повеселимся. Я счастлив, что вы пришли, особенно ты, мышка моя. Что, раз ты пришла, значит, ты меня простила? Нет, нет, Ренни, ты такая красивая. Праздник великолепный, как будто в Голливуде, даже больше. Я чувствую себя звездой. Пойдем возьмем что-нибудь перекусить? Нет. Ладно, тогда пока вы будете мириться, я пойду возьму себе что-нибудь. Где кухня? Вон там, да-да, иди. Ну, я пошла, само собой. Ну, избалмошная у тебя подруга, а? Знаешь, Ренни, вопрос не в том, простила ли я тебя или нет, забыла все или нет. Вопрос в том, изменишься ли ты. Ренни, ты не можешь всю жизнь оставаться бездельником и луном. Подумай, если бы не твоя семья, кем бы ты был? У тебя есть условия, чтобы чего-то добиться. Ты умный, красивый, добрый. Ты должен сам строить свою жизнь. Да, Диана, клянусь, ты совершенно права. Я в последние дни много думал и пришел к выводу, что хочу измениться, хочу стать лучше, правда? Серьезно? Клянусь? Знаешь, Ренни, если это действительно так, то я готова быть рядом с тобой, потому что я люблю тебя, ты мне нравишься, но если нет, то я лучше сразу откажусь от тебя. Нет, нет, дорогая, я говорю серьезно, я клянусь, что изменюсь и сделаю это ради тебя. Нет, это должно быть ради тебя самого. Хорошо, дорогая, я тогда изменюсь ради нас двоих, окей? Но только подари мне поцелуйчик, а? Не будь злюкой. Рената, веди себя прилично, не устраивай спектакли. Мама, мама, это та девушка, которую я ждал. Разрешите простите, можно пройти. Народ, вы не представляете, я нашла огромный стол в куче вкусняшек. Смотрите, смотрите, Катя. Хочешь попробовать? Катя, нет. Официант себя возомнил. Ренни, подожди, я же рассказываю. Он себя возомнил не весь кем. И как только он отвернулся, я хоп, и все стащила. Теперь у меня запас на всю неделю. В чем дело? Катя, это моя мама. Мама, это Катя. Моя хорошая подруга. А это Диана. Мама Диана, моя девушка. Я смотрю, они голодные. Перед тем, как уходить, напомните мне, я скажу официанту, чтобы он приготовил каждый из вас по сумке с едой. Нет необходимости, сеньора, спасибо. Я иду попудрить носик. Замечательный вечер, правда? Да, очень хороший, прекрасный. Послушай, Маркос, а у тебя осталась невеста в Парагвае? Да. Серьезно? Да, да, ее звали Элиана. Но, естественно, мы с ней порвали перед моей поездкой в Лиму. Не знаю, что со мной сегодня. Но если тебе нехорошо, мы можем войти внутрь. Здесь ветрено и прохладно. Нет, нет, ветерок – это как раз то, что мне нужно, потому что я умираю от жары. Какой же разный у всех метаболизм. Какое замечательное болеро. Пойдем, потанцуем? Конечно, пойдем с удовольствием. Нет, нет, лучше не надо. Побудем здесь. Так что, мы идем или не идем? Бекки, лучше потанцуем попозже. На чем мы остановились? И Диана, чем ты занимаешься? В каком университете учишься? Нет, сеньора, я не учусь, я работаю. Что? А, да, мама Диана работает в области моды. Как интересно, ты дизайнер или владелица бизнеса? Нет, сеньора, я продавщица в магазине одежды. Портниха? Ну, полагаю, что ты собираешься получить какую-нибудь профессию. Честно говоря, мне бы хотелось изучать журналистику, но у меня нет возможности. Возможности в жизни каждый создает себе сам. Мама. А вы, сеньора? А у вас какая специальность? Или вы просто домохозяйка? Что? Но быть домохозяйкой – это тоже работа, в этом нет ничего плохого. Я не домохозяйка, дочка, я предпринимательница. Ай, Ренни, как неловко получилось с твоей мамой. Ты мне говорил, что предприниматель твой отец?
Ладно, прошу прощения, но мне надо к гостям. Да, конечно, мама. Красивое небо, правда? Да, очень. Это самое меньшее, что заслуживает твой отец. Даже небо Лима пришло ему на помощь вечер Великого Возрождения. Ай, да. Кажется, немного прохладно. Не стоило беспокоиться. Прошу тебя, позволь мне быть джентльменом. Да, ты был прав. Сейчас я тоже почувствовала холодный ветерок. Обними меня. Ой, Бекки, Бекки, может прогуляемся, чтобы ты согрелась? Нет, нет, мне здесь хорошо. Замечательно. Послушай, Маркос. Да, Бекки. У тебя никогда не возникало такого сумасшедшего желания поцеловать кого-то, с кем ты только недавно познакомился, а? Ну, знаешь, послушай. Что? Я не знаю, что будет завтра, но эта ночь... Что? Иди сюда. Куда? Подойди ближе. Еще ближе. Иди сюда. Сюда. Фернандо, мы с тобой заключили договор. Решили, что мы будем только друзьями. Но это договор, который я больше не могу исполнять. Тони, вернемся на праздник, окей? Послушай, до каких пор мы будем этого избегать? Тони, ты перевернул все с ног на голову. Возможно, в этом моя вина. Тебе не надо было приходить на этот бал со мной, ты плохо меня понял. Нет, не говори так, Фернандо, ты всегда выражалась предельно ясно. Послушай, идя на этот праздник, я не думал, что нам придется говорить об этом. Но дело в том, что я вынужден это сделать. Мне очень приятно, что ты ко мне неравнодушен. Правда? Ты интересный мужчина, очень симпатичный. Но знаешь, в данный момент я не хочу никаких отношений ни с кем. Правда? Фернандо, кто-то тебя явно очень глубоко ранил, что ты начала так думать. Тони, прошу тебя, ты отвергаешь любую возможность. Фернандо, не все мужчины одинаковы. Тебе нужно снова научиться доверять. Фернандо, такой человек, как ты, не может быть всю жизнь одна, в страхах. Я никогда не причинил бы тебе вреда. Никогда. Привет. Как дела? Прохладная ночь выдалась, не так ли? Что ты здесь делаешь? Я вышел немного подышать воздухом и заблудился. Не помню, выход там, там или... Маркос, я знаю, где вход. Да? Так ты мне поможешь? Возьми, спасибо. Спасибо. Пойдем. Тони, с твоего позволения. Проклятый идиот. А Бекки? Бекки, она с друзьями. Она их встретила и осталась поболтать. Да? Да. Спасибо, Маркос, за то, что спас меня в этой ситуации. Ситуации? Я бы сказал, что Тони был готов выйти за рамки приличия по отношению к тебе. Ну, это слишком сильно сказано. Я бы сказала, что он хотел влюбить меня в себя. А, влюбить. Понятно. Но я сказала ему, что не хочу начинать никаких отношений ни с кем. И уж тем более сейчас. Фернандо, я понимаю, что ты не хочешь иметь ничего общего с Тони, потому что Тони зануда. Но я не понимаю, почему ты отвергаешь возможность иметь отношения с кем-то в будущем. Мне бы не хотелось об этом говорить. Прости, что спрашиваю, но почему? Каждый раз, когда я касаюсь этой темы, ты становишься такой. Какой такой? Не знаю, грустный или наоборот раздраженный. Ты сразу меняешься в лице. Просто я предпочитаю говорить о чем-то другом. Хорошо, хорошо, если ты мне не хочешь рассказывать, то я все понимаю. Я спрашиваю тебя об этом, потому что ты мне не безразлична. Я имею в виду, что ты очень добра ко мне, и ты заслуживаешь быть счастливой. Спасибо, Маркос. Ты сильно страдаешь. Я это чувствую. Хорошо, если ты мне не хочешь рассказывать, я отлично это понимаю. Но если когда-нибудь тебе понадобится с кем-то поговорить, то ты можешь рассчитывать на меня. Спасибо. Возможно, когда-нибудь я буду готова рассказать тебе обо всем, что произошло.
Но сейчас не проси об этом, потому что пока еще мне слишком больно. Хорошо? Кроме того, мы же на празднике. Я полностью с тобой согласен. Спасибо. Сеньорита, вы подарите мне эту песню? Потанцуем? Согласна? Прошу. Она уже была готова сдаться. И тут появился этот идиот Маркос. Я был готов его придушить. Не случилось ли так, что в наши пари вклинился третий участник? Этот Маркос просто хочет сорвать нам это пари? Этот нищий? Я тебя умоляю, Гарри. Этот тип никто. Будь осторожен, не бывает маленьких врагов. Но и не стоит никого переоценивать, Фернандо. Лучше замолчи и посмотри. Я же сказал, он явно решил вступить в игру. И, честно говоря, ставку он сделал очень хорошую. Маркос, ты очень хорошо танцуешь. Но с тобой это не сложно. Продолжим. Хорошо, а Бекки? Бекки? Да, она наверняка тебя ищет. Но она наверняка уже танцует с кем-нибудь, не знаю. Танцуем? Да? Позвольте, я искал Фернандо, чтобы танцевать с ней весь вечер. Так что, если вы не против... Нет, нет, конечно, нет, пожалуйста. Разрешите? Ты, ничтожество, еще раз встанешь у меня на пути, тебе не сдобровать. И сильно. Недолго длился мой сон. Все очень хорошо отзываются о тебе и Бали. Посмотрим. Кроме того, ты, брат, хорошо получился на фотографии. Но еще будет лучше, когда меня поставят на передний план и уберут этого старика Валенте. Ну а вообще-то, как все прошло? Ты заполучил Фернандо или нет? Нет, даже не напоминай мне об этом. После того, как вмешался Маркос, я уже не мог предпринять вторую попытку. Я упустил возможность. Почему бы тебе просто не заплатить уже мой выигрыш? И не мечтай, а сейчас меньше, чем когда-либо. Фернандо была вот настолько близка, чтобы сдаться. Если бы я успел ее поцеловать, все пошло бы по-другому. Да, но тут появился этот кузенчик и спас мой кошелек. Ай-яй-яй, ну что поделаешь? Забавно, ты несколько недель возился с организацией этого праздника, тысячелетия, вложил в него все свои деньги, потратил время, и тут появляется некий Маркос, и раз, ломает все твои планы, негодяй. По крайней мере, мне удалось поставить его на место и высказать все, что я о нем думаю. Она танцевала с тобой, но это же ничего не значит. Я чувствую себя совсем несчастной, Фелисия. Вот как я себя чувствую. Я же говорила тебе, что почерк в этом письме мне показался не похожим на почерк Фернандиты, но ты не захотел меня слушать. Да, все так, но подпись была «ФВ». Фелисия, «ФВ», что я должен был подумать? Не знаю, подумать о других вариантах. Знаешь, очень часто иллюзии ослепляют людей. И ты был совершенно ослеплен. Ты видел только то, что хотел видеть. Да. И, возможно, никогда не хотел бы прозревать. Знаешь, этот Тони Ортега был прав, а точнее, он прав. Я не подхожу Фернанде. Но он тоже, если тебя это утешит. Не знаю, Фелисия. Ты говоришь, что Фернандо также не хочет иметь с ним ничего общего. Они хотя бы пошли вместе на бал. И они казались парой. Однозначно, я не являюсь частью ее мира.
Я тебе уже давно это говорю. Послушай, я знаю, что тебе больно. Но думаю, что это даже лучше, если ты переживешь это разочарование как можно раньше, чтобы избежать страданий потом. Конечно. Отзывы прессы очень хорошие. Возрождение прошло по высшему разряду. Да, действительно, я очень удивлен, сколько связей у Тони Ортега. У нас никогда не было такой рекламы. И вы так хорошо смотрелись, когда танцевали вместе. Спасибо, мама. Добрый день. Добрый день, Маркус. Здравствуй, племянник. Здравствуй, дядя. И как тебе праздник? Ты развлекся? Да, все было замечательно. Знаете, что я вчера подумал, что, может, нам стоит поехать покататься на яхте? Ой, нет, я уже чую, куда ты клонишь. Папа, а правда, почему бы нам не прогуляться? Было бы неплохо. Маркосу понравилось бы. Маркос? Ты никогда не плавал на яхте? Нет? Папа, он не плавал даже у себя в ванной. Нет, дядя, никогда. Но это не важно. Значит, завтра выходим в море, да? Нет, выходим, это слишком обобщенно. На меня можете не рассчитывать. Я не собираюсь весь день торчать под солнцем, который ужасно портит кожу. Даже и не думайте. Хорошо, тогда пойдем. Мы, Фернандо, Маркос и я, вот и все. Что? Папа, а я? Ты что, думаешь, я тебя приглашу? То, что ты вчера присутствовал на празднике, не означает, что наши отношения наладились. Эдгар? Нет, мама, не беспокойся, я не умираю от желания пойти на прогулку в этой посудине. Ты видишь, он еще и дерзит. Ладно, короче говоря, завтра рано утром выходим в море. Дядя, я не знаю, пойду ли я на эту прогулку. Что? Честно говоря, я не очень хорошо себя чувствую, с вашего позволения. Что с ним? Не знаю. Наверняка он вчера слишком много выпил. К счастью, ты заранее меня предупредил, что придешь. Я позвонила Кате, она согласилась меня подменить. Получилось очень вкусно, накладывай. Ренни, ты мне поможешь? Дорогая, прости, просто... В чем дело? Почему у тебя такое выражение лица? Это из-за моего старика. Сегодня утром за завтраком он предложил покататься на яхте. Он пригласил всех, включая Маркоса, а меня даже не упомянул. Как будто он вообще обо мне не помнит. Ренни, это все из-за того, что между вами произошло? Это естественно, что он зол на тебя. А ты на чьей стороне? Я, естественно, твоей. Но ты же знаешь, что я обо всем этом думаю. Тебе надо убедить его потихоньку. Да, Диана, но как? Мой отец не хочет, чтобы я возвращался в компанию, а дома такое ощущение, что никто не хочет мне помочь. Послушай, а если тебе найти какую-нибудь другую работу? Конечно, так ты сможешь показать, что ты сам чего-то стоишь, что можешь быть ответственным. И так, возможно, ты сможешь вернуть уважение своего отца, и он вернет тебя на работу. Работать? Кем? Черт побери, я понятия не имею. Мне в голову совершенно не приходит, что бы я мог делать. Давай подумаем, чем бы ты мог зарабатывать, что это может быть. Не знаешь? Честно говоря, нет. Ракель, моя мама была здесь? Да. Она попросила, чтобы я выбила из твоей головы эту идею с работы. Моя мама сошла с ума. До каких пор она будет вмешиваться в мою жизнь? Нет, этому надо положить конец, Фернандо. Я поговорю с ней. Я не позволю Фернан ей управлять моей жизнью. Для твоей мамы это нормально. Меня это достало. Фернандо, ты должна спокойно смотреть на это. Стычка с ней не поможет решить проблему. Скорее, наоборот. Ее позиция станет еще более радикальной, и она не даст тебе спокойно работать. Она должна меня понять. Фернандо, твоя мама не хочет ничего понимать. Она привыкла управлять жизнями других так, как ей этого хочется. И она не остановится, как бы ты ей это ни объясняла. Я устала от того, что она пытается управлять моей жизнью. Но она будет продолжать это делать. Она не остановится. Но до тех пор, пока ты будешь придерживаться своих принципов, и точно будешь знать, чего ты хочешь, твоя мама не сможет управлять тобой, как ей этого хочется. Ракель, как ты думаешь, когда-нибудь моя мама оставит меня в покое? Я не знаю. В любом случае, это не важно. Я тебе рассказала о ее визите, просто чтобы ты была в курсе. Но не обращай на него особого внимания. Она того не стоит. Хорошо, я поступлю так, как ты говоришь. А теперь мне пора. Но ведь наш сеанс только начался. Честно говоря, я пришла не на сеанс. Нет?
Нет. Я пришла попрощаться. Ты уезжаешь? Не совсем. Я просто чувствую, что я уже в порядке, что терапия дала результат. И я больше не собираюсь приходить, Ракель. А если творческая работа в рекламном агентстве? Творческая? Придумывать рекламу? Ни в коем случае. Диана, дело не в том, что мне не хватит воображения. Ты прекрасно знаешь, что у меня его с избытком. Просто вся эта ерунда, попкорн, картошка фри, меня не вдохновляет, понимаешь? Знаешь что, Ренни, тогда я использую свое воображение для того, чтобы найти работу, которая тебе нравится. Потому что я тебе уже битый час предлагаю разные варианты, а тебе не нравится. Диана, не злись, ну что ты от меня хочешь? Меня ничего не привлекает, зачем мне этим заниматься? А в банк? В банк? Я? Ни в коем случае, я умру на следующий день. Для меня цифры – китайская грамота. Кроме того, все эти финансы, кредиты… Нет, я не имею в виду должность руководителя, я имею в виду кассира. Что, кассиром? А? Послушай, дорогая, ты не заболела, у тебя нет температуры, ты пьяна или что? Я кассиром, да не в жизни. Почему, Ренни? На что ты рассчитываешь? Что тебя возьмут президентом корпорации? Спустись на землю. Все, на что ты можешь рассчитывать, это работа среднего звена. Да, но уж не кассиром, уж лучше разносчиком пиццы или раздатчиком гамбургеров. Для тебя это одно и то же. Знаешь, у меня есть чувство гордости. А что такого плохого в работе в пиццерии или в фастфуде? Если ты не забыл, то я работаю в магазине одежды. И эта работа достойная, как и любая другая, как говорит твоя мама. Тогда пусть моя мамочка там работает. Диана, дело не в этом, не здесь просто. Я не могу себе представить разодетым в костюмчик красную полоску, работающим в ресторане, подходящим к столикам. И добрый вечер, сеньора, ваш аперитив? Нет, ни в коем случае я этого делать не буду. Знаешь что, мне совершенно ясно, что ты бездельник, ты не хочешь работать. Не собираешься ничем в жизни заниматься. Ты не знаешь, кем бы мне хотелось быть, и у меня бы это хорошо получилось. Кем? Гонщиком. Участвовать в гонках, вот это было бы здорово. Ренни Валенте выходит на трассу в Далтоне, Майами, Индианаполис на скорости 250 км в час. Диана? Диана? Фелисия, ты нашла ее? Да, сеньор, нашла. Я знал, что ты справишься, Фелисия. Да, но вы не представляете, чего мне это стоило. Она была завалена старым хламом. Могу себе представить. Но ты же знаешь, как поход на яхте поднимает мне настроение. Единственное, что меня беспокоит, это то, что Маркос не поедет. Ты не знаешь, что с ним? Нет, сеньор, я не знаю. Мне он кажется каким-то грустным, подавленным. Я подозревал, что это из-за смерти его матери, но думал, что он уже оправляется. Но я вижу, что ничего нельзя сделать, чтобы уговорить его. Очень жаль. Я не понимаю, почему ты так противишься моему решению? Я в порядке, я уже вылечилась. Зачем мне продолжать, Фернандо? Ты попала сюда в тяжелом состоянии. И скажем так, тебе был нужен кислород. Этот этап уже прошел. Сейчас тебе намного лучше, но это еще не значит, что ты поправилась. Я не понимаю, почему ты мне это говоришь. Потому что очень многие порываются прервать терапию при первых же признаках улучшения. Тебе действительно уже намного лучше. Но есть еще некоторые аспекты твоей жизни, над которыми надо работать. Какие аспекты? Фернандо, это не секрет. И ты, и я знаем, что у тебя есть проблема с отношениями в паре. Это одна из сторон твоей жизни, которую мы должны затронуть на наших сеансах. Это аспект моей жизни, о котором я не хочу говорить. Вот видишь? Ты осознаешь, о чем я тебе говорю? Я только упомянула эту тему, и ты сразу стала защищаться. Отсюда ты должна выйти уверенной в себе, готовой начать новые отношения. Но я пришла сюда не для того, чтобы говорить об этом. Я не хочу касаться этой темы. Меня она не интересует. А почему нет? Почему ты не хочешь касаться этой темы? Это же совершенно нормально. Это часть жизни, это твое сопротивление, Фернандо. Очень ясно дает понять, что у тебя есть проблема. Ракель, я очень благодарна тебе за внимание. Ты многое сделала для меня, и я тебе благодарна. Но этот аспект моей жизни я решу сама. Я сама с ним разберусь, понимаешь? Я думаю, что тебе нужна помощь больше, чем тебе кажется. Но в любом случае, я не могу тебя заставить продолжать. Честно говоря, никто не может. Я рада, что ты понимаешь. В любом случае, если ты передумаешь, я буду здесь. Ты справишься с разочарованием. Скоро ты обо всем этом забудешь. Ай, Фелисия, как я не замечал, что был дураком все это время. Но да, теперь я знаю, где мое место. Пожалуйста, не огорчайся так. Такие разочарования приходят и уходят.
Да, возможно, ты права. Знаешь, лучше всего будет, если ты поедешь с дядей. Он так загорелся этой идеей пойти с тобой в море, и он не понимает, почему ты не хочешь идти с ним, Фелисия. Но зачем мне идти? Быть там рядом с Фернандой весь вечер? Нет, это будет для меня пыткой. Тебя сильно задело, да? Чем дальше я буду от нее, тем лучше. Сделай это не для нее, а для твоего дяди. Он тебя очень любит, не огорчай его. Доставь ему это удовольствие. Не знаю, мне кажется, что ты не в своем уме. Ей на голову такое счастье свалилось, потому что твой Тони просто красавчик. Но то, что он красавчик, не значит, что я должна в него обязательно влюбиться. А кто здесь говорит о любви? Мне кажется, он тебе что-то сказал, так или нет? Рот на замке и ни слова. Ни слова, забудьте. Фернандо, послушай, мне кажется, с ним ты можешь вышибить твой клин. А если ты этого не собираешься делать, то дай мне знать. Она же была по уши влюблена в моего кузена. Ай, в чем дело? То, что Марко сбросил ее прямо посреди праздника. Не может быть, он же сказал мне, что ты ушла с друзьями. Ничего подобного, он меня просто оставил и все, исчез. Он оставил ее, когда она уже губу раскатала. Не может быть, он был так воодушевлен, Бекки. Он даже купил специально для тебя костюм. Не для меня, я уверена, что это было для кого-то другого. Извини, что ты хочешь этим сказать? Послушай, Фернандо, не пойми меня неправильно, но я думаю, что твой кузен... Ты что, сошла с ума? Внешность обманчива, здесь главное это то, что внутри. Ай, да, конечно, то, что внутри. Нижнее белье. Девочки, послушайте, вы помните актера Рока Хадсона? Красивый и мужественный, но играл за другую команду. Девочки, вы совершенно спятили. Шизанулись. Не думай, что я забыла, Ренни. Нам надо продолжать искать тебе работу. Ой, Диана, ты опять начинаешь с этой работой. Нам так хорошо, и тут ты опять с этой дурацкой темой о работе, о поисках работы. Ну ладно, не будь такой. Если ты опять начнешь о работе, клянусь, что мне придется пустить в ход тяжелую артиллерию. Зацеловать тебя. Вот так. Ренни, я говорю серьезно. Меня правда это волнует. Ренни, я тебя очень люблю, но я не могу быть вместе с тем, кто не умеет зарабатывать себе на жизнь, с тем, кто живет на подачке своего папочки, Индиана. Но мы же перебрали все возможности одна за другой, и похоже, что выхода нет. К сожалению, великий Ренни приговорен к бесполезной жизни. Этот тяжеленный крест я вынужден нести всю жизнь. А перестань строить из себя жертву. Почему ты обижаешься? Я же серьезно говорю. У меня нет образования, как у моей сестры Фернанды. Она училась в университете, защитилась, стала адвокатом, а я нет. Кроме того, у меня нет совершенно никакого опыта работы. Послушай. А если ты попросишь прощения у отца, будешь умолять его, чтобы он дал тебе второй шанс? Ты что, серьезно? Да. Я тебя не понимаю. Ты же сама на прошлой неделе мне сказала, что лучшее, что я могу делать, это что-то полезное, чтобы показать моему отцу, что я тоже для чего-то гожусь. Ведь так? А теперь ты мне говоришь, чтобы я попросила у него прощения? Не знаю, мне показалось это самым простым выходом, Ренни. Возможно, ты бы мог. Нет, Диана, ни в коем случае, никогда. Мой отец обошелся в тот раз со мной, как с собакой, и унизил меня на глазах у людей. Послушай, все, что ты хочешь, но у меня есть гордость. И моя гордость дороже, чем перспектива умереть с голоду. О какой гордости ты говоришь? Ты живешь за счет своего отца, даже если и так, что такого в этом? После того, как он со мной поступил, как он с тобой поступил? Это кто еще? С кем и как поступил? Знаешь, Диана, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Каждый раз, когда мы говорим об этом, мы начинаем спорить, так что лучше уж не надо. Может, мы лучше вернемся к этой игре, которую мы прервали на середине второго тайма, и продолжим? Что скажешь? Матч-реванш, да? Нет? На Кубок мира? Как дела, дядя? Маркос, я не заметил, как ты подошел. Когда я задумываюсь о рыбалке, я забываю обо всем. У тебя уже все готово на завтра? Да, все. Я приверженец пунктуальности, поэтому никогда не оставляю все на последний момент. Мне только очень жаль, что ты с нами не пойдешь. На самом деле я пришел спросить тебя, будет ли еще местечко для меня? Ты хочешь поехать с нами? Но если еще можно. Конечно, да, и ты получишь огромное удовольствие от моря. Побережье, рыбалки. Ты отлично развлечешься.
Да? Да, да. И кроме того, после дня на море ты почувствуешь себя просто заново родившимся. Надеюсь, что так и будет, дядя. Обязательно. Фелисия, ты единственная, кто любит меня в этом доме. Мальчик, мы не мешаем мне, пожалуйста, я занята. Можно кусочек? Нет, нет, убери руки. Прошу тебя. Но я умираю с голоду. В холодильнике достаточно еды. Это для путешественников. Ну тогда приготовь мне завтрак. У меня нет времени. А поскольку у тебя есть руки, так и воспользуйся ими. Прекрасно, Фелисия, очень хорошо. Но знаю, что я запишу это в черный список, как еще одну обиду, нанесенную мне в этом доме. В тот день, когда я верну свою власть и стану Ренни Великим, ты будешь наказана моим безразличием. Рената, прошу тебя, не мешайся. Ты что, не видишь, что я занята, сынок? Рената? Тогда двойное наказание за то, что ты назвала меня Рената. Стой, верни тарелки. Поехали. Вы что, серьезно хотите ехать под таким солнцем? Ну, ваше дело. Хорошего дня. Пока, мама. Ай, я забыла фрукты. Ты сходишь со мной? Да, пойдем. Мы быстро, дядя. Жду. Алло? Алло? Сеньор Валенте, это Тони. Извините, что беспокою вас в воскресенье. Я бы не стал звонить, если бы это не было так важно. Мне сейчас звонил Атанта Пинато, менеджер группы Амальгама. Вы знаете? Да, я о них слышал. Они работают в стиле латин-джаз. И что с ними? Пинато проездом в городе. И я пригласил его на наш праздник. Он был в восторге и сейчас позвонил мне и сказал, что хочет встретиться и обсудить возможное подписание Амальгамы на Муза. Это отличная новость. Скажи ему, что мы ждем его завтра утром в офисе. Есть одна проблема. Пинато уезжает сегодня вечером. И он хотел бы пообедать сегодня с нами. Артега, а вы не можете заняться этим? У меня на сегодня планы выйти в море на яхте. Дело в том, что он бы хотел познакомиться с вами. Не знаю, сеньор Артега. Сеньор Валенте, это знак, что бал дал те результаты, на которые мы рассчитывали. Если кто-то из известных артистов интересуется нами, то я думаю, вам... Ладно, оставляю это на ваше усмотрение. Хорошо, скажите Пинато, что я буду. Отлично, тогда я за вами заеду. Сеньор, ваши вещи. Спасибо, Фелисия. Поехали. К сожалению, не получится, дочка, потому что появилось срочное дело. Что-то серьезное? Нет, это рабочие дела. Мне позвонил Тони Ортега и хочет сейчас встретиться. Ай, папа, я так радовалась поездке, ты не можешь так со мной поступить. А что я могу сделать, дочка? Работа, есть работа. Сожалею, Маркос. Дядя, не беспокойся, я все понимаю. А если мы поедем вдвоем? Вы вдвоем? Нет. Почему нет, папа? Я хорошо умею водить яхту. Ты что, забыл? Нет, но... Маркос, ты рискнешь? Да, для меня нет проблемы. Тогда мы поедем. Хорошо, езжайте. Спасибо, папа. Пока, дорогая, пока. Храни вас Господь. Будьте очень осторожны, конечно, не беспокойся. Пока, дядя, пока, Фелисия, пока. Пошли, Маркос. «Жизнь взаймы», конец 23 серии. Перевод Дарья Онда, субтитры Елена Темпест, озвучка Мария.